Посмотрите, к нам едет паровоз. Он едет на погрузку. Подъезжает к строительному крану. Присоединяем к нему грузовые вагоны. Первый. И второй. А грузить мы будем сегодня киндер-сюрпризы. Сейчас кран погрузит вагон паровоза. Первый киндер-сюрприз. Готово. А вот и второй киндер-сюрприз. Загружаем. Паровоз может отвозить киндер-сюрпризы. Интересно, кому же он их отвезет? Давайте посмотрим. А вот и остановка. О, посмотрите, это же свин из Angry Birds. Киндер-сюрпризы он очень любит, мы это знаем. Давайте скорее отдадим ему киндер-сюрприз. Держи, свин. А паровоз едет дальше. Ему нужно отвезти еще один киндер-сюрприз. Смотрим, кому он достанется. А привезли мы его Маше. О, ура, 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 киндер-сюрприз. Спасибо, паровозик. Я очень люблю сюрпризы. Давайте откроем их вместе с нашими героями. Первым мы откроем киндер-сюрприз, который достался свину. Из серии «Бременские музыканты». А попался свину осел. Вот это веселая компания. Вот такой вот осел из мультфильма «Бременские музыканты». Весело будет им. Открываем киндер-сюрприз, который достался Маше.
А Маше попался лев. Который сбивает карточки. Ставим на подставку. И как катапульта сбиваем львом все эти карточки. Ой, как здорово! Вот Лёва, Лёва, нам будет весело с тобой. Вот такой вот у нас грузовой паровоз. Ребята, видели дорогу? Это я придумал для своего друга. Это ему сюрприз. Сейчас мы его позовем. Он живет на этой парковке. Иду, иду. Лифт поднимается за машинкой. И опускает машинку на первый этаж. Ой, иду. Что тебе нужно? Я тебе приготовила сюрприз. Сюрпризы я люблю. Но нужно для этого пройти испытание. Ты готов? Готов, готов. Ну тогда начинай. Проходи мою дорогу. Вот здесь начало, и ты найдешь сюрприз. Для начала едем прямо. Поворачиваем направо. Так, право у нас вот здесь. Повернем налево. Поворачиваем налево. А теперь опять направо. Направо, опять налево и проезжаем под мостом. Поворачиваем налево, направо и проезжаем через туннель. Круговое движение. Едем дальше прямо. Забираемся на мост. Спускаемся вниз. Повернем налево. Еще разочек направо. Вот и все. Ты прошел мое испытание. Получай обещанный сюрприз. Та-дам! Киндер-сюрприз. Вот такой вот. Замечательный. Ты заслужил. Давай открывать. Ух ты, как здорово. Мне понравились и испытания, и сюрприз. Спасибо тебе, друг. Такое прекрасное, увлекательное задание. Открываем киндер-сюрприз. Интересно же, что там внутри? Шоколад мы скушаем потом. Открываем, смотрим игрушку. И попались там вертушки, как раз две.
На них нужно дуть, и они будут быстро-быстро крутиться. Желтые и синие. Давайте попробуем. А теперь я дую. Было очень весело и интересно. Ой, спасибо тебе, друг, за такой замечательный сюрприз. Ребята, а вам понравилось? Да, напишите нам в комментариях, понравились ли вам такие задания и наши сюрпризы. А мы с вами прощаемся, до скорых встреч. Пошли мы играть дальше. Вы уже догадались, что у нас сегодня будет? Гибкий трек. Будем устраивать супергонки. Этот трек состоит из 220 деталей. Давайте скорее достанем и соберем. Машинка, которая будет ехать по нашему треку. И части дороги. Посмотрите, какие гибкие треки. Их можно поворачивать в разные стороны. И так, и так. Но также их можно соединять. Делятся они на маленькие части. Соединяем следующий трек. Получаем вот такую уже длинную, очень гибкую дорогу. Давайте скорее соберем всю трассу. И вот что у нас получилось. Посмотрите, какая длинная дорога. И двигать мы ее можем в разных направлениях. Хотим вот так, а хотим вот так. Как вам удобней, так ее и поворачивайте.
А можно подложить под дорогу какие-нибудь препятствия. Но это чуть позже. Давайте попробуем запустить машинку. Машинка у нас в виде внедорожника красного цвета. Довольно-таки тяжеленькая. Вставляем батареечку, включаем и поехали. Машинка быстро мчится. Но мы усложним задачу, поставим первый мост. Посмотрим, как машинка по нему проедет. Туда и обратно очень даже успешно. Усложняем еще, ставим второй мост. Испытание. И машинка успешно с ним справляется. И два моста с легкостью преодолевает. И в одну, и в другую сторону. Ставим третий мост. И проверяем наш автомобиль. Три моста машинка с легкостью проезжает. Гонки с препятствиями намного веселей. А посмотрим, как машина проедет. Вот по таким изгибам. Мы еще поставили туннель. Ой, зацепила. Но проехала. Мост. И эти испытания машина проехала с легкостью. А можно запускать машинку и по такому кругу. А еще можно устраивать гонки в темноте. Ведь машинка светится, и от этого еще веселее. Здорово! А если у вас будет еще одна машинка, то освещение будет в два раза больше.
посмотрите, что она еще умеет. Она крутится, как белка в колесе. Вот это смешно. Можно по квартире запускать. Вот такой вот мы сегодня рассматривали с вами гибкий трек. Magic Tracks. Волшебный трек. Всем привет! Посмотрите, а у нас новый робот. Робот-трансформер. Посмотрите, какой он мощный. Сколько много деталей. Нужно в них разобраться. Давайте посмотрим. Кого робот трансформируется? В такой гараж. И вот в такой гараж. И в автовоз. Давайте попробуем из робота сделать гараж. Разобраться здесь непросто. Поворачиваем ноги. Вот что у нас уже получается. Руки опускаем. Ну что, вроде похоже на гараж. А вот и машинки уже подоспели. Давайте попробуем собрать второй гараж. Для этого все нужно сделать в обратном порядке. Ноги убираем. Раскладываем. И вот второй гараж у нас тоже получился. Посмотрите, какая интересная конструкция. А вот автовоз, к сожалению, мы собрать не смогли. Мы не вертели, не крутили нашего робота. У нас ничего не получилось. Но несмотря на это, робот этот довольно-таки интересный, большой и крепкий. Посмотрите, какая у нас железная дорога. Давайте скорее достанем ее из коробки. И вот это все мы сейчас расставим и соберем. Начинать нужно с вокзала. Ведь поезд откуда отправляется? Все правильно. А потом мы соберем рельсы и поставим здание, чтобы из окна был красивый вид. А вот наш и вокзал. А это перрон. Здесь пассажиры ожидают поезда.
пока мы будем ехать на поезде, мы будем из окна наблюдать различные здания, автозаправки. А теперь давайте соберем железную дорогу. И вот что у нас получилось. Осталось поставить на рельсы паровоз. Ставим. К нему уже прицеплено несколько вагонов. Отправляем паровоз в путь. Посмотрим, как он поедет по нашей железной дороге. Наш паровоз перевозит различные грузы. Также к нему можно присоединить пассажирский вагон. И мы можем вместе с вами путешествовать. Вот такую вот железную дорогу мы собрали. Посмотрите, какая строительная техника приехала к нам на мойку. Вся грязная. Интересно, и где это она так работала? Давайте скорее помоем. И начнем с экскаватора. Для начала ополоснем его водой, чтобы грязь отмокла и нам легче было ее отмыть. После этого мы наносим специальную пену. Пена покрывает весь наш экскаватор. И нам останется только потереть его щеткой. Трем хорошенько, не пропускаем ни одного места, чтобы экскаватор стал чистым и мог ехать на работу. Пена наша стала грязная. Она заберет всю грязь нашего экскаватора. Давайте ополоснем его водой. Вот он уже стал намного чище. Но экскаватор большой, и воды понадобится очень много, чтобы его тщательно полоснуть. Давайте полоснем. И вот наш экскаватор стал чистым. Посмотрите, какой он красивый. У него длинная-длинная стрела с большим ковшом.
великовато. Теперь ты можешь ехать на тангенту, грузить самосвалы. А мы приступаем к бетономешалке. И тоже ополаскиваем ее сначала водой. Посмотрите, грязь на глазах начинает отмокать и стекать вниз. Но нам еще нужно покрыть его пеной. Бетономешалку практически совсем не видно из-за пены. Давайте скорее потрем щеткой. Бетономешалка возит бетон в своем миксе. Она есть по стройкам, и поэтому она становится такой грязной. Давайте скорее полоснем ее водой. И мы видим, как грязь исчезает прямо на глазах. Воды на такие машины уходит очень много. Ополаску еще разок. Готово! Посмотрите, какая наша бетономешалка стала чистой. А нам осталось помыть самосвал. Грязи на нем просто немерено. Посмотрите, везде. Ополаскиваем хорошенечко водой. Грязь уже течет по нашему самосвалу. Скорее покроем его пеной. Хорошенько щеткой. Какая же пена стала грязная. Значит, самосвал наш уже намного чище. Давайте полоснем водой. Смоем всю эту грязь и пену. Очень чистым. И готов теперь ехать на работу. Возить песок. Ребята, посмотрите. К нам на автомойку приехало целых 5 очень грязных машин. Давайте скорее их помоем. И как обычно, мы сначала сполоснем их водой, чтобы грязь отмокла. А потом нанесем на них пену. Потрем щеточкой,
чтобы от грязи не осталось ни следа. А после этого хорошенько спала с ним. Машинка значительно чище стала. Последние штрихи. И готово! Посмотрите, она вся блестит. Моем следующую машинку. Вот такой вот грузовичок, который продает пиццу, хот-доги, пасту и другие продукты. Наносим пену и потрем щеткой со всех сторон. И крышу, и колеса, капот, лобовое стекло. Все-все нужно хорошенько потереть. После этого хорошенько ополаскиваем нашу машину. И вот еще одна машинка стала чистая. И теперь готова ехать и кормить всех. Приступаем к третьей машинке. Ополаскиваем водой. И наносим пену. Машину совсем не видно. Утонула в пене. Но ничего, сейчас мы ее потрем щеткой, ополоснем водой. И все сразу увидим. И какого цвета, и как она выглядит. И вот черная машинка стала чистой, блестящей. В ней можно увидеть даже свое отражение. А теперь помоем синюю гоночную машину. Видимо, гонки у нее были по бездорожью, потому что она очень грязная. Наносим пену. И хорошенечко потрем. Ополаскиваем обильным количеством воды. Посмотрите, какая она стала чистая и может ехать заново на гонке.
осталась у нас последняя машинка. Ополаскиваем ее водой. Грязь так и стекает с нее. Наносим пену. И трем щеткой. Ополаскиваем водой. Вот это супер чистая машина. Вот такие вот машинки побывали у нас сегодня на автомойке. Все они стали чистыми и красивыми. Не забывайте мыться и вы.